Базовая зона. Еще одна загадка. Вы поднимаетесь на второй этаж, можно использовать этот телепорт, и здесь, да, два пожилых человека стоят, да. И, кстати, смотрите, осмотреть цветок можно. Полей меня, полей! Голос идет от этого растения. Вы замираете, даже не дыша, чтобы не пропустить ни звука. А, это тебя выбрали для меня? Серьезно кивнуть? Отлично, кажется, ты меня понимаешь, ура, наконец-то хоть кто-то разбирает, что я говорю. Почему ты вообще умеешь разговаривать? А тебя это удивляет? Тут и не такие странности творятся. Разве это важно? Значит так. Земля подо мной вся пересохла, а после происшествия поливалки перестали работать. Растениям нужна вода, так же, как и людям пища. Полей меня, ну пожалуйста, иначе я засохну и погибну. А, дай посмотреть. Только, пожалуйста, не надо этой бодрящей бурды. У меня от нее гниль начинает. Так, кофе, капа, чистая вода, ребят, выбираем. Выбираем чистая вода. Вы льете воду на землю возле корней растения. Она мгновенно впитывается в пересохшую землю. Ах, и ах, вот это я понимаю. Всегда бы напиваться так волю, а не раз в 100 лет. Пусть у меня и нет рук или ног, зато есть благодарное сердце. Пока что я не могу ответить на твою доброту, но возвращайся завтра, и у меня будет для тебя что-то. Занимательная? Ух ты. Нажми. Похвала. Ну, а может он сказал завтра вернуться, это не просто так? Действительно, еще раз можно его осмотреть. Я пришел, кстати, через сутки реального времени. Знаешь, сколько исследователей прошло мимо меня вчера, когда ты ушел? Толпа. Столько сплетней удалось узнать. Я и в курсе всего, что тут рассказывают по секретам. Ох, и ничего себе. На станции людей вроде не так много, зато как они друг с другом сцепятся, так только искры летят. Не думал, что ты любишь сплетни. Да я даже ходить не могу. Чем еще мне, по-твоему, тут заниматься, если не слушать чужую болтовню? В общем, спасибо тебе за помощь. Его держи обещанное. Давай-давай, бери, не стесняйся. И заглядывай ко мне иногда, ладненько? Вдруг меня тут опять заморят без воды. Ух ты, похвала. И гертариум дополнительно... Ой, и достижения, слушайте, и достижения, ребят. Странное растение. На этой станции чего только не бывает. Ну да, все. В принципе, на этом все, что нужно было снять, потому что дальше уже развития событий нет. Пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылочки которых вы найдете в описании к этому видео. Для меня это очень важно. Увидимся. Пока-пока.